Кажется, пошла жара, ребята. Это просто бомба, а не грибы стали попадаться. Выстреливать стала противопожарная канавка. И смотрите, какие в ней классные бачата. Вот это да. Это опять находка жены. Она подтверждает свой мега-статус. Давайте пробежимся по этой канавке, потому что грибы не так растут кучно. Но, смотрите, как вам? Как вам? Опа! Вот это сказка! Марика зовет, еще, говорит, есть. Вот это грибосы! Вот это грибосы! Смотрите, смотрите, что творится. Вот это сказка. Причем растут по местам, где, в принципе, мы никогда не собирали. Что там у тебя? Спрятался. Спрятался. Как мы любим спрятанные грибы. И с такой ножкой. Да ты чё? Опаньки, какие же здесь красавцы. Марик. Чё, в окружении лосей? Ну, вытащи хоть ты один. Вот они, они. Вот это Марика жжёт. Уже у нас сколько? Сейчас посмотрим. В итоге вышло. Вот он, как я люблю говорить, славный покер. Вот это уже начинаются находочки мега. Вот какие красавчики повылазили ни с того ни с сего. Опа, опа, опа. Вот это уже нечто. Ой, какой тяжелый. Какой тяжелый, какой плотный. Блин, это уже шикарный. А вот он еще один. Может быть, это заявка на такого же красавчика будет. Опа. Да. Вот это мне уже нравится. И это уже достойные грибосики. Приветствую, друзья. Воодушевившись вчерашними победами, решили отложить на один день закрытие грибного сезона на Боровике и отправиться на проверку еще некоторых мест. Что из этого вышло, давайте посмотрим. Ну что, друзья, едва вошли в этот прекрасный лес, как нас встречает вот такая вот сказочная находка. И что-то мне подсказывает, что вот этот вот беляшек с такой, со шляпкой, как лепешка, очень неплохого качества будет. Ого! Ого! Вот это кабан! Вот это кабан! Практически первосортничек. Так. Ну, этот, наверное, будет попроще. Опа! Ой, страшненький какой! Разве что шляпка красивая. В общем, два боровика, и один из которых... Ну, просто фантастически классный. Ну, наконец-то находка любимой жены, которая продолжает удивлять даже в столь позднее время. Ножка зая, это просто спереди. Не репку. Вау. Это не репка, это репище. Это репище. Причем первоклассный боровик. Это первый сорт, зай. Это первый сорт.
Он был лис и ждал нас. Да, он ждал. Супер. Но это же не одна находка? Нет. Пошли. Тут еще есть классный откопыш. А, давай я вот с этой стороны зайду. Так, ну это уже второсортничек. Что же у него там думаешь, с ногой будет? Думаешь? Так желтенькая чуть-чуть. Где нога-то, я вообще не вижу. О, она с этой стороны в эту сторону уходит. Да? Да. Ну-ка. О, какой крокозяблик. Ну что, ты совсем обессилила. Просто они такие. Монстрические. Опа. Раз. Ну вот это вообще шикарный. Шикарный. Два. Вот это уже, я понимаю, грибалочка. Чего? Улыбаешься. Опять находка. Буквально три шага ступила. Он говорит, сам вытаскивай. Мерзнут руки. Да и холодно. И сыро. Боровички-то какие шикарные. Как будто начало слоя, Марик, тебе не кажется? Каждый день начало слоя. Каждый день начало слоя. Это зимние, предзимние слой. Крик жены, который символизирует о находке гигантуса. Да. Как там ношенька у него? Уша. Мне не видно с этой стороны. О! Ничего так. Барабинго. Барабинго. Пойдет. Для позднего октябрьского. Это просто уже класс. Вроде это не одна находочка у тебя, да? Там что-то еще было такое. Маленькое, но страшненькое. Есть. Бинго. 20 октября. А боровики есть. Грибосики. Ну вот. Бомбосики. Бомбосики, грибосики, две штучки. Меняем место дислокации, друзья. Решили посетить еще одно местечко. Вдохновившись успехами от вчерашнего грибного дня, мы решили навестить еще одни наши места. Надеемся, что там будут грибы, поляны грибов не хуже. Так что оставайтесь с нами, все самое интересное вы увидите первыми. Выглянуло солнышко и озарило вот такую замечательную находку. Что-то мне подсказывает, что это очень хорошая даже находка, потому что ножки целости и сохранности. Так, где-то у нас вот он, еще один третий. Ого, погнали, друг. Подмерзший один. Вот такой будет второй боровичок. О, вот это хороший. Это прям находка уже зачетная. Уже зачетная. Три штучки. Опа. И не скажешь, что грибы подмерзли. Но согласитесь, славные ребята. Жена кричит. Говорит, еще как старые былые времена. Говорит, есть находка хорошая. Чё, замерзла? Ухи мерзнут? И хвост. И хвост? Показывай. Первый. Нифига себе. Мелкий. Мелочь. Ой, чумазый. Чумазый какой. Вот второй, третий.
Так. Нифига себе. Чего? Нифига себе маленькие. Второй. Это что? Грибы полезли и шарахнуло морозом их? Второй, третий. Тоже маленький. Тоже маленький. Обалдеть. Ух, шарахнуло его. Кстати, гриб переворачиваешь, а там мошка умершая. Не знаю, сколько тысяч лет назад. Ой, какие. Ну вот, более-менее сносные. 4 штучки. Ну и последняя полянка, так сказать, на бис. Смотрите, что творится. Как кто расставил колпачки. Не знаю, какого это будет качества, но все настоящее. Все настоящее. Давайте вытащим, что ли. Все равно не оставлю. Ого! Ножка пряталась. О, подмерзший друг. Того, что у нас вышло. Пять штук. Все, выключаю камеру. Выходи. Жена уже не хочет грибы собирать. Говорит, лучше буду в машине греться. Нафига эти грибы надоели? Марик, заварили кофейку, наливай. В общем, последнее приготовление. Термос в дорожку. И будем прощаться с этим замечательным лесом. Мороз и солнце. День чудесный. Будем прощаться с этими прекрасными боровиками, как бы нам этого не хотелось. Ах, да. Совсем забыли показать, что же у нас сегодня вышло. Ну вот, так сказать, решили утолить жажду перед дальней дорогой. Набрали всяко-разно. И вынуждены констатировать, что сезон на боровики нынешним годом у нас закончился 20 октября. Как впечатление от сезона? По-моему, он был незабываем. Много классных находок. Все отлично, как всегда. Все отлично, как всегда. Все удачно. В общем, с вами был канал Рогов Дом. Увидимся в следующем сезоне. Всем пока. Пока-пока.